Сегодня, друзья, мы очень неудачно пытались подружиться с маленьким песиком Жекой, который на все домогания только отвечал лаем и попыткой куснуть его. Молодец, воспитывает. Жека, ты чего кричишь? Все, испугал. Лучше к ребенку пойду. Правильно, лучше к хозяйке подлизаться. Даже учитывая то, что Тоби был в наморднике и на поводке, я считаю, что он очень корректно повел себя. Хотя немножко и испугался. Давайте посмотрим это все в замедленном виде. Хотя сказать по правде, замедленный лай собак немножко жутковато. По словам хозяев, Жеку в детстве напугали большие собаки, и после этого для него стало очень сложно заводить новых друзей. Видите, как он реагирует? Вроде и очень дружит, машет хвостом, но постоянно срывается на лай, пытается укусить. Но я думаю, что он остался не в обиде на нашего Тобика. Он себя повел более-менее корректно. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное.
Всего доброго, спасибо за внимание.